Ребята, всем привет. Так, ну что, у нас сегодня рыбалка. В планах многое. Сначала в планах половить щуку, половить окуня на спиннинг. Может быть, с лодки, может быть, нет. Сейчас приедем на место и посмотрим. Вот. Еду с товарищем. Я на своей машине, он на своей, потому что я буду потом перебираться в другое место и буду оставаться на ночь. Хочу попробовать налима поймать. В общем, ни разу на налима я не рыбачил. Вот. Ловят его, как правило, ночью. Вот. Сделал закидушки. В общем, сейчас попытаюсь наловить живца. Также взял черви с собой, если с живцом ничего не получится. Вот. В общем, сейчас сначала едем с товарищем. С ним пару часиков я порыбачу. Вот. Потом он уедет, а я поеду в другое место уже выставлять закидушки на этого, на линя. С машиной разъехался. Вот, не знаю, конечно, я туда проеду или нет, потому что дорога там грунтовая. Здесь тоже вот как бы грунтовая дорога, но здесь песок. Здесь в любое, то есть в любой дождик проехать всегда возможно. Вот, а там, там уже не песок, а обычная грунтовая дорога, поэтому я загадывать не буду, что получится. Вот, но в любом случае, вы все увидите. Вот, все, в общем, едем. Ехать нам еще 3 километра где-то примерно. Вот, и товарищ у меня будет ловить на фидер. Вот, а я, скорее всего, накачаю лодку и с лодки попробую на спиннинг порыбачить. Все, ребят, смотрим. Надеюсь, выпуск будет нормальный. То есть интересный. Особенно, ну, ночевка. Все вот это, костерок попробуем запалить. Взял я там покушать, приготовить на решеточке. В общем, все, ребят, смотрим. Поехали. Всем приятного просмотра. Ливень, ребят, начался. Фу, дождевик, короче, не спасает. Сидим вот на багажнике машины. Товарищ тоже он сидит там в машине. Начался конкретный ливень, ребят. Не знаю, через сколько он кончится. Попадос. Вот так вот. Че, будем ждать? Че делать-то? Не зря же приехали. Может закончиться. Когда только. Ладно, че, подождем. Всем приятного просмотра. Так, ну что, друзья, в общем, мы приехали на место, где будем пробовать ловить налима. Вот. Ну, конкретно в этом месте я не знаю, есть он или нет. В общем, в то место, где он точно есть, вот на этой реке, ближе к устью реки, где она впадает в другую реку, вот, он точно есть. А оттуда до сюда где-то 5 километров, то есть по реке. И не знаю, присутствует он здесь, никогда
не слышал, чтобы его здесь ловили. Ну, в общем, смысл в том, что у нас дождик целый день, и туда я точно бы не проехал. Я сюда-то еле как проехал. Ну, в общем, такие проблемные есть места. Вот. В общем, попробуем здесь что. Сейчас идем, в общем, нарезаем тычек и будем ставить закидушки. На червя и на живца. Живца мне товарищ поймал. Все, ребят, поехали, смотрим. В общем, сделал я, ребят, тычки. Все, идем сейчас, начинаем вот отсюда. Здесь очень хорошая ямка. Здесь вот обраточка. В общем, все как положено. Сейчас беру тычки и начинаем ставить. Не знаю, пойдем в ту сторону или в эту. Посмотрим. В общем, все, ребят, не будем терять время, начнем. Вот такой вот пучок, ребят. Эй! Кто там лазит? У меня никак не получается. В общем, ребят, поставил 4 закидушки. Есть у меня с собой крючки и леска. В общем, есть грузило. Но пока не буду ставить. То есть больше не буду пока делать. Время, во-первых, уже поджимает. Время уже 6 часов вечера. На улице также моросит дождь. А мне нужно приготовить дров. Так как я поесть взял чисто, чтобы сделать на костре. У меня картошка, вот я ее хочу в фольге запечь в костре,
Вот. И у меня есть мясо. Его также нужно жарить. Вот. Больше у меня ничего нету, и вода, и хлеб. Поэтому мне нужно сейчас приготовить дрова и разжечь костер. Я даже не буду ловить на фидер, хотел половить на фидер, пока есть время, но время поджимает. В общем, сейчас идем, заготавливаем дрова. Идем вон туда в лес. Вот, и будем искать сушняк. Берем топор и идем. Все, ребят, смотрим. Так, ну все, друзья, я думаю, мне дров хватит. Сейчас будем разжигать костер, готовить есть. Смотрим, друзья. Друзья, в общем, закинул картошку, картошка в фольге томится, вот сейчас это прогорит, будем мясо жарить. Вот такое вот мясо взял, три филешечки, там мне хватит, хлебушек есть.
чайничек согрел. Сейчас буду пить чай. Кружку не взял. Буду пить вот из такой плошки. Вот так вот, ребят. Время 7 часов вечера. Хоть глаз кали. На небе ни звездочки, ни луны. Вот очень темно. Не знаю, до утра я, наверное, сидеть не буду. Все-таки, наверное, сейчас покушаю. Вот, и часиков, может быть, до 12 посижу. И буду, наверное, собираться. Потому что еще выехать отсюда проблематично. В одном месте там сносит колея и сносит это в речку. Можно, в общем, сыграть в речку на машине. Что надо аккуратней. Так, ну ладно, что. Будем сейчас пить чай, вынимать картошечку, кушать. Не знаю, как камера у меня работает, что-то у меня с ней не то. Экран какой-то зеленый. Но думаю, может быть, нормально все будет. В общем, пока повесил тут вот на двух закидушках колокольчик. В общем, пока ничего не звенело. И не знаю, будет ли. Все, ладно, ребят. Камеру включаю. До связи. Ну что, ребят, мяско жарится у меня. Вот, смотрите, какое классное. Картошечка спекарилась. Вообще очень вкусная. Сейчас попробовал, вообще обалденная. Получается вот так вот в фольге. Рекомендую. Все, друзья, сидим, кушаем. Рыба пока не клюет. Такая вот картошечка получается, запеченная в фольге, в углях. Ох, вкуснятища, ребята, вообще, прям как в детстве. Сейчас еще мяско будет готово. Покушаем, чайку еще попьем и пойдем проверять поставушки. Может быть, что-то и попало, а может быть и нет. Я не знаю, есть ли вообще здесь налим. Поехал чисто проверить. О, ребят, смотрите, картошечка прям изумительная. Вкуснятинка. Ребят, мяско просто супер получилось. Очень вкусно, сочно. Вообще класс. Просто объедение. Все, ребят, подключаюсь. Буду кушать. Всем приятного аппетита.
Ну что, ребят, перекусил. Своим еще вон домой картошки напекарил в фольге. Убрал в машину. Пускай тоже поедят, попробуют. В общем, сейчас пью чай. Чай себе сделал. Ой, два пакетика, крепкий. Сейчас попьем чай. Еще, наверное, маленько посидим. Пойдем, наверное, в машину, отдохнем. Две донки я уже перезабросил. Проверил. Пока тишина. В общем, не знаю. Не знаю, что получится. Так, ну что, ребят. В общем, покушал, попил чайку. Время 8:30 вечера. Еще горит у меня костер. Не стал тушить, пускай догорает. В общем, сел в машину. Сейчас, наверное, посплю, если получится. Вот. Не знаю, до скольки посплю. Как проснусь, пойду проверять. Если ничего не будет, то буду собираться и поеду домой. Вот. Ну, а если же что-то вдруг попадется, то, наверное, останусь до утра. Все, ребятки. Счастливо. До связи. Так, ну что, ребят. Время, короче, 11:30 ночи. Поклевок так и не было. В общем, не знаю даже, есть здесь налим, нет его. Либо рано вообще, не знаю. Вот, все вытащил. Опять дождь начинается. Сейчас буду выезжать. В общем, ладно, ребят, пробная рыбалка. Поедем еще как-нибудь. Вот, может быть, еще вода теплая, скорее всего, может быть, он еще и не клюет. Вот, ну, в общем, в любом случае, еще попробуем. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх за такую рыбалку. Все, ребят, до встречи, пока.